Друзья, привет! Always on display обычно присутствует на телефонах самолет-экраном, однако сегодня это возможно и на IPS-матрицах, что доказывает это видео. Я расскажу, как включить функцию с помощью стороннего приложения. В моем примере Xiaomi Redmi Note 8T с IPS-матрицей. Открываем Play Market и нажимаем на строку поиска. Пишем слово AOA на английской раскладке. И выбираем приложение Edge Lightning. Ссылку на него я оставлю в описании. Нажимаем «Установить» и ждем установки. Приложение установилось. Открываем. Подтверждаем. И сразу предоставляем разрешение для работы поверх других приложений. Это делаем обязательно. Включили. Нажимаем «Назад». И также можем включить уведомления на экране блокировки, если в этом есть необходимость. Я включу, но вы решаете сами. Это условие не обязательное. Принимаю. Нажимаю «Назад». На самом деле все. Always on display уже работает. Давайте проверим. Вот такая красота появляется. Хочу сразу сказать, что я не проверял, как сильно приложение разряжает телефон, но поскольку это все же не AMOLED-матрица, то какой-то разряд должен быть. Здесь есть огромное количество настроек, но все же большая часть доступна только для платной версии. И это как раз тот случай, когда лучше заплатить. Приложение очень классное. Но если платить не хотите, можете пользоваться им и так. Русского языка пока нет, но меню простое и понятное. Здесь вы выбираете дизайн часов. Там, где замок, часы доступны только для платной версии. Для бесплатной версии три вида часов. Вот такой давайте сделаем. И вот что видим. Здесь мы можем менять стиль шрифта. Здесь фон за часами. А здесь это стиль даты. Пусть будет такой. Давайте посмотрим. Вот так это выглядит. Есть и другие разделы. Здесь раздел кастомизации. Он позволяет настроить внешний вид часов на свой вкус, включая цветовую гамму. А еще здесь можно включить батарею на экране. А вот она появилась. Есть масса других функций, вы можете настроить показ погоды, уведомления и так далее. Все это на экране блокировки в режиме Always on Display. Попробуйте, вам может понравиться. Если вам помогло это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал
Оставляйте свои комментарии.